Всем привет! На этом видео хотел бы вам рассказать о том, как нужно ухаживать за оружием под патрон Флобера, которое не является по законодательству огнестрельным оружием в Украине. Итак, многие, когда покупают похожий или такой вот аппарат для развлекательно-тренировальной стрельбы, так скажем, отстреляли его, и не чистят, думая, что это не надо, потому что есть такое мнение, что это как пневматика. Но в отличие от пневматики, которые в качестве, так сказать, боеприпаса используется только пулька, которая выталкивается за счет воздуха. Револьвер под патрон Флобера, все мы знаем, использует патрон кольцевого боя, который уже как полноценный патрон, хоть и малого калибра, имеет в себе пулю и какой-никакой может маленький пороховой заряд и так называемую бертолетовую соль. То есть нужно за этим аппаратом ухаживать, как за любым огнестрельным оружием, потому что агрессивная среда этих газов воздействует как и на каморы барабана, так и на ствол, нагар и тому подобное. А особенно, поскольку, так скажем, имеет здесь нарезной ствол, тем более. Ствол ничем не покрытый, ни хромом, ни каким напилением, ничем. Ничего такого нету. Поэтому нужно ухаживать как за любым огнестрельным оружием. Хотя, напомню, опять же, это оружие не является. Так, что можно сказать по уходу? Само собой, какая ни была обчистка, нужно правильное хранение. Револьвер должен храниться в сухом, так сказать, месте, в теплом сухом месте, чтобы не было ни конденсата, ничего. Если даже вы пользовались какую-то погоду, сырую, дождливую или тому подобное, нужно протирать его также тряпочкой, чтобы было все насухо. Так, по поводу чистки. Если, конечно, все заморочится по правильному, это все-таки огнестрельное оружие, нарезное. Если нарезное, нужно, чтобы был шомпол, который проворачивается, ходил по нарезам. Нужен ёршик латунный, так сказать, капроновый и пуховичок. Также самомассово нужно. Это нейтральное в любом случае, щелочное для снятия, если чешские патроны, это снятие омеднения, если немецкие, то это снятие свинцовки ствола. Также после щелочного масла нужно использовать нейтральное. И потом вытирать все насухо. Но это так уже по совсем правильному. А если у вас там не получается или какие-то возможности другие, допустим, я просто использую обычное любое нейтральное масло, чтобы протереть металлические детали, вернее детали из стали. Детали из сплава, они, так сказать, неубиваемы, им ничего такого не будет. Опять же, у кого нету ерша какого-то, можно использовать, многие говорят, вот ватные палочки, ими тоже можно почистить. И канал ствола сюда достаточно плотно заходит. И каморы барабана тоже можно почистить. Даже когда вы стреляли 1-2 патрона, эта среда вся от выстрела разъедает барабан. Вот казенную часть. Здесь тоже нагар. Само собой нужно масляной тряпочкой это все протирать. Вот эти места. Здесь тоже образуется много нагара. То вытирать масляной тряпочкой, потом вытирать это все насухо. Так что хотя бы минимально нужно за ним ухаживать, потому что если вы даже будете брезговать, вам не важен внешний вид, там ржавый барабан или что-то, могут быть проблемы, просто-напросто не будет вылетать шарик. Здесь все забьется, заржавеет, нагар будет и пульки будут застреваться. Такие случаи часто были. Поэтому нужно хотя бы как-то минимально даже просто пройти с ёршиком канал ствола и каморы. И хотя бы так уже делать, если вы не хотите сильно заморачиваться, как я говорил до этого, покупая все ёрши, масла и так далее. Помимо чистки, я как уход добавил бы еще подтягивание вот этих всех винтовых соединений. Потому что это, вот это, ну всех, которые есть винты, все нужно подтягивать. Бывает момент эксплуатации, они как-то разбалтываются, потом что-то теряется, у кого-то планка телепается, у кого-то барабан.
И это негативно все сказывается. Кто-то даже теряет там какие-то целики и тому подобное. Так что нужно минимально хотя бы ухаживать, не говоря уже о капитальной чистке и тому подобное. Можно, конечно, разбирать, снимать щечку, протирать все маслом, потом насухо. Не нужно туда закидывать солидола какого-то, чтобы оно все было в смазке. Я видел и такие случаи. Нужно хотя бы чуть-чуть за ним ухаживать. Так что всем, кому понравился такой ролик, ставьте лайки, комментируйте, как вы чистите и чистите ли вообще. Подписывайтесь, кто не подписан. Всем пока.